Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. В сегодняшнем видео сделаю, как всегда, для вас таро гадание. И сегодня у нас с вами будет такая тема. У каждого, наверное, из вас, кто смотрит видео, существует какая-то определенная проблема, которую, может быть, и очень важная проблема, которую пытается сейчас решить на данный период. И мы с вами посмотрим, как можно решить вашу проблему. Я решила немножко так вот поэкспериментировать, сделать такой для вас расклад. Надеюсь, что данное видео вам поможет решить ваши проблемы. Я постараюсь вам максимально дать информации для решения ваших вопросов. Как задавать вопрос? Пока я тасую карты, вы подумайте именно о той проблеме, которая вас волнует на данный период. То есть, естественно, проблем много существует, но именно какая у вас сейчас, на данный период, самая важная такая проблема. И мы с вами посмотрим, как ее можно будет решить, вашу проблему. Так, я сейчас буду выкладывать карты. Вы мысленно думайте о своей проблеме и мысленно загадайте цифры от 1 до 3. Итак, мы с вами сейчас посмотрим. Это у нас будет первый ряд. Это у нас будет второй ряд. Это будет третий ряд. Подумайте о своей проблеме, о том, как бы вы ее хотели решить, или, может, какой получить совет. То есть, может, какой мне совет дадут сейчас карты на решение своей проблемы. И выберите один из трех рядов. Я думаю, что вы уже определились с выбором. Давайте теперь посмотрим. Итак, для тех, кто выбрал первый ряд. Мы сейчас с вами посмотрим. Вам выпал рыцарь пентаклей, башня и десятка пентаклей. Но в первую очередь я могу сказать, что, скорее всего, все-таки ваша проблема существует сейчас в финансовом вопросе. То есть именно вас волнуют сейчас финансы. Возможно, либо вас обманули, либо взяли какой-то кредит, который сейчас вот как банки от вас или требуют, или определенную сумму, то есть не можете что-то либо выплатить, либо решить, либо наоборот складывается у вас так обстоятельство, что как вам надо куда-то срочно вложить или внести какие-то деньги, то есть как-то вот вас просят. И для вас вот сейчас это настолько глобальная проблема, то есть настолько сейчас тяжелая проблема, что вы вот в таком состоянии, как вот краха, что же делать дальше, где вот мне взять деньги. То есть достаточно очень, либо работу вы потеряли денежную, то есть у вас идет крушение, и вам кажется, что все разрушено. То есть у вас оно и идет, изменение ситуации, вот как я вижу. То есть у вас именно идет на изменение, на вот, знаете, как вот, все было одной волной, все тихо, спокойно, и вдруг резкие такие перемены, резкие такие изменения, что все как вот гром среди ясного неба, скажем так. То есть достаточно очень так для вас это серьезно, именно вот ваша проблема. Все-таки это больше связано с финансами. Но что я вам хочу сказать дальше, то есть как вам решить эту проблему? Но поскольку эта ситуация, которая у вас возникла, она все-таки неизбежна, то есть вы избежать ее не могли никак, эту ситуацию, потому что здесь все равно у вас она бы пошла бы не сейчас, так позже, понимаете? То есть все равно бы ваша ситуация проигралась бы в какой-то вот в определенный момент времени, в определенный день.
Как вам ее решить? Как я вижу по вашему этому раскладу здесь, вам будет оказана поддержка как со стороны родственников, либо со стороны семьи. То есть вы не одна или не один со своими проблемами. У вас есть люди, которые вам могут помочь. То есть либо они еще не знают о вашей проблеме, и вы боитесь об этом говорить, либо наоборот, вы хотите попросить поддержки, но не знаете, как это сделать. То здесь карты вам говорят, что обратитесь к своей семье, может быть, к каким-то дальним родственникам, может быть, которые вас окружают вот рядом, семья ваша. То есть вы можете получить, именно решить свою проблему, сообща вместе, не в одиночку, не один на один. У вас хорошая поддержка, у вас хорошо идет вот именно... Хорошая идет семейная вот эта энергия, которая может направить, именно изменить и решить вашу проблему. То есть либо кто-то совет даст, либо кто-то помощь окажет. В любом случае вы сможете свою проблему решить с помощью семьи, с помощью родных, родственников. То есть здесь очень хорошо у вас в этом направлено. И также еще у вас идет такая вот ситуация, как вот родовая энергия. То есть здесь еще есть помощь рода идет. То есть вы можете, если, предположим, вот, ну, бывает так, что родных нету, то есть вы один на один со своими проблемами, то есть и такая ситуация возможна, но в то же время идет энергетическая очень родовая сила у вас. И здесь вы можете просто вот как вот мысленно обратиться к своим вот родственникам, попросить помощи. И возможно, что вот именно по этой энергии у вас изменится ваше состояние, то есть будут обстоятельства складываться так, что вы сможете решить свою проблему. То есть, в принципе, вам надо более спокойно относиться к тому, что сейчас есть, поскольку ситуация у вас разрешится достаточно в хорошую сторону, то есть намного в лучшую сторону. Просто надо уже воспринимать именно сейчас то, что у вас происходит, то, что идет. То есть не сопротивляться, а наоборот постараться либо услышать родственников, либо наоборот не бояться просить у них помощи. И вам помощь будет, то есть с помощью семьи вы сможете решить свою проблему. Это вот для тех, кто выбрал первый ряд. Так, теперь давайте посмотрим для тех, кто выбрал второй ряд. Что же у вас? Ну, у вас тоже достаточно. Я вижу, что здесь у вас, скорее всего, связано все-таки с мужчиной, связано с отношениями, с любовными отношениями. То есть у вас идет достаточно такая тяжелая ситуация. Есть определенная зависимость, либо зависимость от мужчины, с которым вы находитесь. Есть определенные чувства. Возможно, чувство может быть наигранное с его стороны. Может быть, вы со всей душой, скорее всего, потому что я вижу все-таки вот эту энергию любви. Но вы не получаете это со стороны мужчины. Я не вижу, чтобы именно как-то были с его стороны какие-то действия. То есть у вас идет как? Вот, значит, первое, вот, что я вижу, это вот именно то, что вас беспокоит отношения однозначно, потому что здесь выпало именно данный расклад. Зависимость от этих отношений, что и вместе быть не можете. То есть вы хотите вот как вроде как и вместе, и в то же время друг от друга. Чем дальше, тем лучше. То есть вы хотите разорвать вот этот узел любовный, вы хотите вот порвать вот то, что между вами, но и в то же время вы без него не можете находиться. То есть у вас идет такое состояние, что вроде, знаете, как вот встречи, секс без обязательств. То есть вот именно у вас такая ситуация сейчас проигрывается. И для вас это очень достаточно серьезно, потому что, может быть, вы чисто со всем сердцем полюбили этого человека, то есть, возможно, вы открылись ему, то есть как-то вот, может быть, вначале он вам показывал хорошие эмоции, хорошие такие отношения, чувства, а со временем стало это все ухудшаться, то есть вы начинаете видеть, что человек достаточно
очень имеет большую власть над вами, над вашими чувствами, что он, может быть, что-то и большего требует, чем положено. И вы, попадая в эту зависимость, понимаете прекрасно, что в дальнейшем эти отношения ни к чему хорошему не приведут. И вы вот сейчас в замешательстве, что же делать, уходить или оставаться. Может быть, это ваш муж, возможно, мужчина старше вас, но и также еще это может быть и начальник, то есть может быть и на работе у вас такая проблема тоже, что были нормальные отношения с начальством, а сейчас начальник вас подавляет. То есть здесь достаточно очень такая у вас напряженная ситуация. Я сейчас вытащу дополнительно здесь для вас, а мы посмотрим, как же вам решить эту проблему. Как вам решить? Я вам могу сказать так, как вам решить именно вашу данную проблему. Во-первых, рассмотрим, если это все-таки связано с отношениями, потому что вот у нас выпали карты эмоций, карт чувств, то есть и влюбленность. Но если вот у вас идет так, проигрывается, что вот несмотря на то, что с вашей стороны идут чувства, несмотря на то, что есть определенные эмоции, но чем быстрее вы разорвете эти отношения, тем быстрее будет это для вас. Потому что на пути может быть более чистые чувства, более чистые отношения. То есть здесь вы сами будете сейчас решать этот вопрос. Вы можете решить этот вопрос, вы можете уйти. Потому что даже если вы будете находить какие-то хорошие моменты, какие-то приятные моменты в этих отношениях, искать что-то хорошее, доброе, ничего хорошего, доброго не будет. Вам чем быстрее вы разорвете, тем быстрее будет для вас лучше. Потому что все равно здесь просматривается, что человек уже такой по характеру, то есть его не изменить, это бесполезно, это его натура, понимаете, то есть это его характер, это его отношение. Может быть, потом он поймет, то есть может быть такой, вы даже можете попробовать временно разорвать эти отношения, временно уйти, чтобы он понял и осознал, то есть насколько действительно может потерять эти отношения. Поэтому здесь вам лучше сейчас отойти от этих отношений, лучше уйти. И чем быстрее вы это сделаете, то есть чем быстрее вы начнете решать, тем быстрее будет это для вас лучше. Потому что здесь вот у нас с вами вышли вот влюбленные карты и двойка кубков. То здесь нам о чем они говорят? Что у вас будет выбор. Возможно, у вас рядом либо есть уже человек, либо появится человек, который будет более чистый в ваших отношениях, который более действительно вас полюбит, с которым вы можете создать семью или как-то уже укрепить отношения. Но с данным человеком, который, как я вижу по раскладу, вряд ли что может получиться. Если рассматривать, как вот я вам раньше сказал, что это по работе, если с начальником проблемы, да, то здесь уже только однозначно, как бы вы ни пытались изменить свое отношение к этому, вряд ли тоже может что-то получиться, если на какой-то короткий промежуток времени. То здесь вам однозначно надо будет уходить, уже решать какие-то момента с работы, как бы вам не хотелось, но тоже так же, чем быстрее вы решитесь на изменение этой ситуации, тем для вас будет лучше. Потому что в дальнейшем достаточно хорошие у вас идут, то есть вы как освободитесь от этого. И поэтому вам самой или самому надо быстрее решать. И чем быстрее вы начнете двигаться дальше, тем быстрее вы решите свою проблему. Это для тех, кто выбрал второй ряд. Так, ну и посмотрим теперь для тех, кто выбрал третий ряд, что выпало у вас. Как вам решить проблему? Ну, в первую очередь, я вижу, что все-таки достаточно у вас тоже такая ситуация. То есть у вас, как я вижу, просматриваю какое-то изменение ситуации, которое резко вас потрясло. То есть у вас идет как? Заканчивается этап одного, начинается этап другого. То есть что-то у вас оборвалось, что-то у вас закончилось. Возможно, вы знали об этом, но не хотели об этом думать, как-то уходили от этого, пытались решить, пытались изменить, но вот у вас все это не получалось. Возможно, для вас это все настолько вот очень нервозно, потому что вот идет как нервозное состояние, как вот тревожность. То есть вот это не из...
неизбежность изменений ситуации, она, конечно, у вас присутствует. То есть хотите вы этого или не хотите, но это присутствует. И это действительно вот настолько глобально, это настолько вот действительно ситуация такая проигрывается, что с одной стороны вроде как критично, но с другой стороны переход вот этот, он может и наоборот вам прийти на пользу. То есть просто вы, может, воспринимаете это как вот, как скажем, какую-то катастрофу в вашей жизни. То есть и несмотря на то, что вы пытались как-то уйти от чего-то, да, потому что я вижу, как ваш уход, нежелание решать эту проблему. Но вот именно сейчас наступил такой период, что вам надо решать. И, может быть, даже в скором каком-то порядке вы пытаетесь решить свою проблему. Ну, давайте все-таки я сейчас вам тоже дополнительно вытащу, посмотрю, как же вам решить вашу проблему. Ну, в принципе, я не вижу, чтобы все было так настолько плохо, как, может быть, вы воспринимаете свою ситуацию, потому что я вижу, что у вас, ну, во-первых, у вас все-таки есть какие-то определенные планы внутренние. Я вижу, как вот вы чувствуете все-таки, что вам делать дальше, как вам двигаться дальше, потому что у вас решение ваших вопросов решится. Возможно, у вас появится в жизни человек, может быть, уже рядом женщина светловолосая идет, которая вам либо какую-то поддержку окажет, либо какой-то совет вам даст, либо какую-то помощь. То есть что-то она вам даст, что вы сможете решить свою проблему, свои вопросы. То есть не настолько все критично, как вам кажется. Может быть, она уже вам предлагала помощь, вы отказались, потому что вы раньше не хотели решать эти вопросы, и именно сейчас вы можете. То есть эта девушка, она вот рядом с вами находится, либо скоро появится. От нее будет идти очень замечательная помощь, от нее будет идти хорошая поддержка, то есть достаточно такая положительная, потому что вот нам все-таки выпали дальше положительные карты, и они нам показывают, что вы свои проблемы решите. То есть обратите внимание, не убегайте от этих проблем. Старайтесь, во-первых, спокойно воспринимать вот эти перемены. Они у вас есть или вот в скором времени идут, то есть они у вас неизбежны. Старайтесь спокойно воспринимать все, что с вами происходит, именно вот с данной проблемой, которая вас беспокоит. И обратите внимание именно на эту поддержку. То есть не отказывайтесь от помощи. Человек с чистой душой вам помогает. Возможно, вы его уже знаете. И действительно вам сможет она помочь, потому что она знает, как решить вашу проблему. То есть этот человек вам дан не просто так, потому что у вас есть определенные вот как вот желания, я вижу, мечты. Вот то, что вы, может быть, раньше о чем-то думали, а ситуация по-другому проигралась у вас, да? Но вы решите свои проблемы и очень удачно. Вот именно у вас вот в третьем ряду вышло, что вы достаточно удачно решите свою проблему, несмотря на то, что сейчас происходит вот эти вот неприятности, вот эта нервозность, такое расстроенное состояние, оно все это пройдет. Не воспринимайте все настолько критично, не все так плохо, как вам кажется сейчас на первый взгляд. Обращайте внимание на эту поддержку, на именно на свое окружение. У вас окружают хорошие люди, они вам дадут просто вот какие-то советы или какую-то вот помощь окажут, и вы решите свою проблему. Это вот для тех, кто выбрал третий ряд. Вот такое вот у нас с вами сегодня получилось гадание. Я надеюсь, что я своими раскладом именно вот этим видео помогла вам решить ваши проблемы. Я надеюсь, что вы сможете решить свои проблемы. Я для этого и стараюсь выкладывать свои видео. Пишите также в комментариях, что бы вы еще хотели узнать, какие расклады, кого что беспокоит, и я обязательно для вас их сделаю. Все, спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем до встречи, всем пока.